В Италии состоялась презентация романа «Неоконченная рукопись» известного азербайджанского писателя Кемала Абдуллы. В мероприятии, организованном при поддержке университета Понтифиция Селесиана и издательского дома Сандро Тети, приняли участие Кемал Абдулла, посол Азербайджана в Италии Вагиф Садыхов, профессора этого вуза. Ректор университета профессор Карло Нани, выступив, сообщил, что издание такого романа в Италии еще более укрепит связи между книголюбами наших стран. Руководитель издательского дома Сандро Тети проинформировал участников мероприятия о творчестве Кемала Абдуллы. Профессор философии Кристиана Фрейни рассказала о книге и героях произведения. Кемал Абдулла выразил признательность всем, кто приложил усилия в издании книги на итальянском языке. Он подчеркнул, что произведение представляет большую значимость с точки зрения знакомства с духом азербайджанского народа, его обычаями и традициями, образом жизни. Роман был издан на турецком, французском, русском, польском, арабском и других языках. Камил Алиева, Максуд Дадашев, Эльмин Лачинов, Азертач, Рим.